Принимая сотрудника на работу, предприниматель обязан заключить с ним трудовой договор и платить за него налоги. Если этого не сделать, то в бюджете города и края возникнет дефицит, а от этого может пострадать весь социальный сектор. Место в детском саду государству обходится в 125 тысяч рублей на человека в год. Место в школе на ребеночка государству обходится в 150 тысяч рублей на человека в год. И, соответственно, за незастрахованное население по Краснодарскому краю бюджет края платит 3 миллиарда рублей. Вычленить здесь 500 тысяч нашего населения – это колоссальные деньги, которые уходят из бюджета благодаря недобросовестным работодателям, которые не платят налоги, не оформляют людей на работу. Уходя от налогов, бизнесмен фактически подрывает экономику края и страны в целом, говорят специалисты. По данным краевого мониторинга, в тени сегодня работают около 600 тысяч человек. Поэтому с прошлого года, после глубокого анализа экономического состояния страны, правительство дало поручение бороться с неформальной занятостью. Сегодня все объединились для того, чтобы максимально повысить эффективность работы муниципальных образований по наполнению консолидированного бюджета. Без этого мы в сегодняшних реалиях экономики просто не сможем выжить. На совещании межведомственной комиссии обсудили, как находить и влиять на недобропорядочных предпринимателей. Уже зафиксированы десятки случаев, когда бизнесмены отпускают санаторно-курортные услуги, не оформляя своих сотрудников. Сколько средств проходит мимо бюджетов, можно предположить. Сумма штрафа в отношении предпринимателей уже превысила 1 миллион рублей. Есть у нас статья 123 Налогового кодекса в части именно привлечения к налоговой ответственности налоговых агентов, не выполняющих свои функции. И, соответственно, если сумма значительная, то вплоть до уголовной ответственности. Основная задача, по словам экспертов, не осуществить давление на бизнес, как принято считать, а организовать работу в правовом поле. Особое внимание будет уделено объектам санаторно-курортной сферы. Если у нас будет видно, что гостиница, которая имеет в своем наличии больше 40 номеров, и она выставляет свою услугу на Booking, и мы сегодня видим, как заполнен город практически на 100%. У нас отдыхающих колоссальное множество в этом году. Но при этом у нас хозяйствующие субъекты продолжают отчитываться нулями по налоговой, по пенсионному фонду. Такому выгодному для предпринимателей, но убыточному для муниципалитета положению дел пришел конец, уверены члены комиссии. На борьбу с неофициальными трудовыми отношениями и зарплатой сегодня выходят все ведомства. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.